Приветствую всех девочек на моем канале. Меня зовут Юля. Сегодня у нас с вами будет короткое видео о призах «Авторские истории СП», которые проводятся в группе «Рукодельный ларец». Вы сейчас на экране видите видео, которое я снимала, общий отчет за октябрь месяц 2020 года. Хочу напомнить, что у нас это второй сезон авторских историй. И давайте перейдем к самому главному. Это к участницам нашего СП. Хочу вас, девочки и мальчики, поблагодарить за ваше участие. Спасибо вам за то, что не забываете выставлять фото. И хочу призвать всех участников, которые есть блогеры, а давайте снимать видео по авторским историям. Снимал для нас сегодня с вами Александр Стич. Всем огромный привет, друзья! Вы на канале Александр Стич. И как вы можете видеть на своих экранах, я начинаю следующую серию отшива своей работы от семи слоников «Синички». Одна синичка у меня уже готова. Вот продолжаю вышивать следующую. Сегодня у меня 20 октября, и я начинаю отшивать эту работу с 20 октября, так как не с 15, как обычно, да, а с 20. Так, давайте на этом я закончу это маленькое включение. До следующего включения. А вот и мой помощник облюбовал мое место. Блин, и никак никуда не хочет уходить. Приходится его брать на ручки, переносить. Да, Мэйси? Не хочешь уходить? Тебе здесь нравится, да? Мальчик мой, тебе здесь нравится, да? Нравится. Не хочешь отсюда никуда уходить? Мэйси? Вот, вот такой у меня помощник сидит на моем стуле, за моей вышивкой, в моем уголке. Мэйсон, Мэйсон, нет, не хочет уходить. Ладно, придется его брать на руки, переносить, перелаживать на диван, да, Мэйсон? Ладно, лежи пока. Привет, друзья! Вы на канале Александр Стич. Давно у меня не было включений. Сегодня уже у нас 26 октября. Вот. И номера, нитки желтых оттенков. Уже два номера выбыло из работы. Вот будет дошиваться грудка желтым. И тоже потихоньку уйдут из работы желтые оттенки. И дадут нормально снять видео. Все, до следующего включения. Итак, мы завершили такой короткий маленький отчет по СП авторской истории, видеообзор. Спасибо, Саша, тебе за то, что ты снимаешь видео. И я знаю, что ты его посмотришь. Как насчет того, чтобы видео твои, снимать коротенькие видео от твоей мамы? Да, кто не в курсе, Сашина мама тоже вышивает. И если тебе не сложно, вдруг ты там где-то будешь забегать, включай ее тоже в отчет, будет интересно. А я предлагаю вам за ноябрь месяц, девочки, сделать фотографию и сделать фото на фоне своей вышивки и показать своего пушистого помощника. Если у вас их несколько, значит, вам есть возможность сделать несколько фото для того, чтобы наш отчет был пушистым в ноябре. Уже похолодало явно у всех или почти у всех. В общем, пушистые наши помощники пусть появятся в кадре. Итак, я беру ссылочку на видео. И сейчас мы с вами будем разыгрывать схему, точнее три схемы для участников СП авторские истории. Итак, ссылочку я поставила. Сейчас я себе на блокноте пишу
кто у нас, какие схемы. Так, у нас там была Оля, была Астра и Надя. Ну, я думаю, что кто в курсе, тот в курсе. Итак, оп, Астра уже занята. Если что, спасибо, Юля, за видео. С удовольствием посмотрела все работы. Интересные. Хочу схему от Астры. 83-я участница. Поздравляю. Для того, чтобы получить схему, напишите мне личное сообщение, пожалуйста. И я тогда вас перенаправлю к дизайнеру. Следующее, давайте посмотрим, кто у нас что выиграет. Елена, сколько разной красоты у девочек. Поражаюсь их скорости. Хоть пиши письмо Деду Морозу и проси еще дополнительные 12 часов в сутки или способность не спать. Если повезет, хочу схему от Надежды Ильиной. Записала 171-я участница. Поздравляю. Тоже пишем сообщение мне личное, а потом я перенаправлю вас к дизайнеру. И давайте посмотрим, повезет ли нам сразу на третью схему. Нет, к сожалению. Так, Надежда у нас хотела Астру схему. Благодарю за дизайн, за подарки. И Юль с их помощником Евгением за внимание к нашим работам, организацию и вдохновение. Спасибо большое. Давайте же найдем, кто же у нас хочет Ольгу Башкирову. А вот и Ольга Башкирова. И как это ни странно, девочки, ничего не подстроено. Но Саша точно заслужил в этом месяце получить от нее схему однозначно. И так сошли звезды. Чуть не забыл, участник 73 хотел бы попробовать схему Ольги Башкировой. Саша, да не вопрос. Абсолютно классно. Пиши мне личное сообщение в ВК. Я тебя перенаправлю к Оле, чтобы мы могли тебе организовать схему. Ну что же, девочки, вот так вот. Видите, человек снимает видео, и ему повезло. Звезды к нему потянулись. Я благодарю всех, кто принимал участие в общем отчете СП «Авторские истории» за октябрь месяц. Ждем ваши фото и видеоматериалы на YouTube. На YouTube, пожалуйста, пишите в заголовке «СП «Авторские истории», после далее свои названия. Тогда мне будет легче найти, отследить ваше видео и похвастаться, кстати, ими в группе для молодых блогеров, у кого только все начинается на каналах. Это небольшая, так сказать, ступенька для того, чтобы ваш канал развивался чуть-чуть быстрее, чем вы бы хотели. Поэтому присоединяйтесь к нашему СП «Авторские истории», кто еще не с нами. Помните, что за пропуски работы могут быть удалены. Все ссылочки и описания я оставлю под этим видео. Благодарю всех участников и поздравляю всех тех, кто выиграл. Я очень за вас рада. Спасибо нашим спонсорам Оле, Астре и Наде за то, что вы согласились подарить свои работы нашим прекрасным участникам. Лучше вдохновение, наверное, можно придумать, но это 9 из 10. Хочу с вами попрощаться и сказать, что до новых встреч в СП, которое ведет Джульетта Крустич, которое веду я, в наших альбомах, в наших группах. Девочки, приходите, не стесняйтесь. До новых встреч. Всем пока.